Всем привет! Сегодня мы играем с Миланой в игру «Миньоны готовим на кухне». Миньон будет готовить какое-то нам блюдо. Сейчас он повар. У него шляпа тут такая, да? Да. Бифштекс готовит. Ух ты! Смотрите, какие у него есть продукты в холодильнике. Сковорода у него есть. Жарит сосиску. Что будете делать? Ух ты, он ее режет. Это нам показывает, наверное, как играть в эту игру. Что можно сделать. А, и потом накормить миньончика. Смотри, какие у него щеки. Он заплетает только так эту сосиску. Ну что ж, давай начнем. Берем сосиску. Берем сосиску. Или сначала сковороду. Ага, жарим. Вот так ее по-всякому. Тут она у нас... Лишь бы, чтобы она у нас не сгорела, эта сосиска. Обжариваем ее со всех сторон, мешаем хорошенько. Какая она у нас уже аппетитная, Милана, сосиска, да? Да. Сам бы съел. Да, я сам уже бы съел. Ух, вот так мы ее тут крутим по-всякому. Сосиску нашу. Так, сосиску поджарили. Вот. Что, ты хочешь всю съесть, что ли? Эй, подожди! Не спеши, сейчас возьмем ножик, положим нашу сосиску, порежем на несколько частей. Вот так вот. А теперь накормим нашего миньончика. Ой, миньон, на, держи, голодный ты наш. Ну как, вкусно? На еще, на еще. Ой-ой-ой, ням-ням-ням. Ну на, еще. А давай мы тебе поперчим эту сосисечку. Сейчас она у нас будет перченая, соленая. На. Только смотри. А, нет, ничего, нормально. Не лопни. Смотри, не лопни. Ой, и довольный сразу стал. Наелся, согрелся. А давай еще покормим. Ну, давай еще покормим. Так, что мы будем готовить? Давай рыбу ему пожарим. Давай. Сейчас мы будем жарить рыбу миньона. Пока. Стой. Так. Стой. Сейчас, миньон, давай мы тебе рыбку поджарим. Вот так. На сковороде мы тебе рыбу поджарим. Какая у нас рыбка золотистая. С румяной корочкой. Так. Рыбка золотая. Рыбка золотая. Смотри, она еще с дымком. О, ждет, как наш миньончик. Сейчас мы ее посолим. Поперчим. Побейте. Так, а если ее в микроволновку положить? Ну, она что-то там... Ой, там она уже парит, смотри, там дымок идет. Угу. Ну-ка посмотрим, что там получилось. Горячая? Она какая-то такая. Ну, мне ее порезать. Сейчас мы ее порежем, да. Что, миньон? Давай, миньончик. Сейчас ей голову хрищ. Хвост ее хрищ. Вот так. И вот так мы рыбку порежем. Хрищ. И вот так. Опа! Вот у нас получилась такая рыбка. Сейчас мы накормим нашего миньончика. А то он голодный, мальчик. Да, он вообще голодный. На! А чё? Почему нам показывают сковороду? Мы вроде бы поджарили все. Ну давай еще поджарим наши кусочки. Миньон говорит, что она сырая, ну ладно. Говорит, поджарьте мне ее нормально. Вы что мне сырую-то даете? А мы ее вроде жарили с Миланой, да? Ничего не понятно. Сейчас мы тебе обжарим хорошо твою рыбку. Накормим тебя. Я иду соленую рыбку. Давай посолим ему. Ну теперь-то довольна будешь? О, теперь не ругается наш миньон. На рыбку. Давай еще кто-нибудь. Ну давай теперь что-нибудь вкусненькое ему дадим. Так, а что тут вкусненькое-то? Ничего нету что-то? А давай... Грушу. Грушу? Да, она сладкая.
Ну давай, а можно грушу с яблоком? О, давай грушу и яблоко. Давай. Значит, мы ему сейчас перетерем здесь яблоко. Вот так на кусочки мы его порежем. Все, яблоко перетерли. И давай мы, наверное, грушу. Я не знаю, это что, варить грушу или перетерем грушу? Варить нужно, показывать. А зачем нам ее варить? Ну, она занимается. Нет, я не знаю, что грушу... Непонятно. Непонятно. Давай мы им просто порежем по частям грушу. Ну, давай. Вот это мы отрежем лишнее. Вот так вот. Это не нужно, это несъедобно. А вот так. Вот так. И вот так. И вот так. Мы миньончику дадим нашу грушу. На, миньончик, десертик тебе такой. Тут и яблочки. А давай еще. Ой, мы говорим, говорит, все, я наелся. Все, парни, хватит меня кормить. Все, Милана, мы его накормили. Он в ужасе, смотри, он говорит, вы меня перекормили, ребята. Ну вот так вот, мы накормили нашего миньончика. Всем скажем пока. Подписывайтесь на Мазоса Милан. Всем пока-пока. Пока-пока. И играйте в такую игру. Кормите миньона. И ставьте лайки. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Пока-пока.